разных городов и районов области. Конкурс «Семья» существует уже 8 лет и реализуется благотворительным фондом «Доброе начало». За это время в нем приняло участие более 300 семей из Тверского региона. В этом году 12 семей одержали победу в различных номинациях. Например, самой гармоничной семьей стала семья Дукиных из Бельского района. Поддержать своих приехал глава администрации Бельского района Александр Титов. Конкурс нужен, необходим, потому что сегодня мы чествуем семьи в различных номинациях. Это очень важно, это способствует объединению всех наших тверичей, жителей Тверской области. В номинации «Спортивная семья» победила семья Алексеенко из Зубцовского района. Спорт у них в крови. Все от мала до велика увлекаются физическими нагрузками. Ну, победили мы в номинации «Спортивная семья». Занимаемся спортом. Есть мировые достижения в нашей семье. Ну, самбо, дзюдо, лыжи, теннис, универсальный бой. Короче, всем. Бегает, да, вот так. Спорт – это жизнь. За спортивной молодежью будущее. Андрей Гондарь сказал пару слов. Почему спорт? Вы знаете, скажу, наверное, просто. Мне приятней бывать на стадионах, на спортивных площадках и видеть занимающихся спортом людей, чем молодежь в парках, которые оставляют за собой окурки и пустые пивные бутылки и банки. В номинации «Доброе сердце» победила семья Романовых из Весьегонского района. У Надежды Егоровны большая дружная семья. В планах расширения. У нас большая дружная семья. У меня 4 сына. Есть 3 приемных девочки, которые стали у нас дочками. На этой премии выступили художественные коллективы региона. Они порадовали своими выступлениями победителей и гостей премии. Вот так многодетные семьи Верхневолжья объединились на этом чудесном празднике, организованном фондом «Доброе начало». Этот конкурс стал хорошей традицией, которую стоит продолжать. В Тверской области больше 6 тысяч многодетных семей, поэтому у каждой семьи есть возможность стать победителем в следующем году.